Девочки, ну что сидеть дома? Все, пошла я. Нашла я все-таки, где находится чекистов 33. Новое отделение СДЭК открылось. Народу вообще никого нету. Вот в этом здании. Вот в этом. Пальчиком хочу показать. Вот в этом здании. Новое отделение СДЭК открылось. Такая девушка приятная сидит. Тот раз я немножко понервничала, потому что ничего найти не могли. Сейчас нашли такой здоровый пакет Monroe 24. Я говорю, девушка, у вас нет пакетов. Она молодец. Говорит, нате вот такой хотя бы. Потому что я не ожидала, пришлось бы так под мышкой тащить. Все, пойду сейчас в Магнолии к Танечке. Конфетки ей положила, чай, дары природы положила, крема, бальзамы для губ. В общем, пойду зайду сейчас. И на улице ветер холодный, прямо ледяной. Ну так хорошо. Солнечно, хорошо прямо. Прямо идеально. Идеально. Для прогулок прямо шикарно просто. Девочки, я пришла к Тане, и мы решили по пицце с ней ударить. Боже мой, как я люблю эту пиццу обалденную. Вот эти пироги очень вкусные у них. Я что-то новенькое, вот с персиком сладкая такая, смотрите. Лодочка с персиком. Попробую, домой возьму. Хлеб не знаю, хлеба, наверное, возьму домой. Чиабатта свежая, хрустящая. Ну вот чиабатту, наверное, возьму. Так, пиццу мы здесь будем. Ага. А пирожок... Пиццу здесь кушаешь? Да, здесь. Слойку. Пирожок. Одна слойка? Нет, давайте две слоечки. И пирог, который с кунжутом, это с мясом, а без кунжута с сыром. Да, есть курица, есть говядина. Давайте с говядины. Курица надоела уже везде. Это точно. Это все с собой будет, да? Да. Отлично. Так, томатный сок. А, томатного сока нету, тогда мне морс с ягодами. Два томатного сока. Томатный сок развела? Нет, еще. А когда? А что, он у вас большой таре? Большой таре он у вас? Какой? Нет, нет. 0,3. Так, еще 20, куда вам? Давайте две. Две? Да, да. Чиабатта хрустящая. Не могу, прямо слюнки текут. Так, и два морсика еще ягодных. В общем, праздник у нас сегодня будет. Сегодня праздник у девчат. Сегодня день рождения. Жалко, что далеко вы находитесь. Мне приходится идти почти на храме. Ну, надо же. Девочки, ну вы знаете, да, где это находится. Девочки, пришла к Тане, все, мы пьем кофе с ней. Она ж такая вязальщица, девочки. Она в новом платье, я ее не буду показывать, она стесняется сегодня. А я опять, девчонки, в том году, она же вязала вот такую шапочку. И помните, в одном из видео я мерила... Такой свитер был большой, объемный, вот такого же цвета. И я шапку прям не хочу снимать, все, мне тепло в ней. Вот в этом махерчике мне прямо тепло, тепло, тепло. И я думаю, Таня, а в той свитере, в том свитере, вот здесь мне вот маловато было, в рукаве маловато было. И я говорю, Тань, ты переделай, пожалуйста, рукав, и я буду его носить. Хоть с жилеткой, хоть с чем. Я махер вообще обожаю. Мама раньше связала из махера. И я носила всякие свитера. Ну, люблю вязаные вещи. И я смотрю. Девочки. Вот, смотрите. Тоненькие шапочки вяжет. Вот это крючком. Вот к этой шапке есть юбка. Я говорю, Таня, обязательно принеси мне эту юбку. Я сделаю комплект. Шикарный комплект будет у меня. Я люблю вязаные юбки. Я в молодости носила. А это шапки с варежками. Двухсторонняя шапка. Девочки, смотрите, как она варежки вяжет интересно. Посмотрите.
А что, вот такое холодина сейчас в Краснодаре, так слушайте. Это, покажи, она большую. Двойная, вот Таня, я знаю, она двойная. Еще есть такие варежки, видите? Только там резиночки. Двойная теплая шапка, еще и варежки. А больше всего меня поразило... Танечка, подожди. Значит, я в этот раз была... Да, я тебе это все специально принесла. Принесла мне специально в Заре. Была женщина, и на ней было платье трикотажное. И сверху вот тончайшая, вот такая вот вязаная была. Тончайшая. Давай, была накидка. Накидка. Смотри, типа свитерочка. Вот точно такой же. Вот. И вот такой вот на рукавчике. Широкий рукав, цветочек такой, знаете. Вот такая тонкая, тончайшая, это прямо. Тонкий махер. Мне такое очень нравится. Я люблю такие вещи. Вот, понимаете? Вот такие, знаете, можно просто на плечи накинуть, да? Если прохладненько, на платье, на брючки с джинсиками. Просто идеально. Таня в таком платье. А шапка какая у нее, смотрите. Крючко. Вообще она, конечно, мастерица на все руки. А какие девочки? Сейчас покажу, какие они нам не подарила. Варежки с Эдиком гулять. Это просто, это я в Монро зашла, получила. Это просто ангорского пуха. Это просто оренбургского. Ангорка? Ангорк? Смотрите, какая резиночка. Посмотрите, какие варежки. Смотрите. Танечка, спасибо огромное тебе. Вообще. Эдиком гулять. А чё, я вот сегодня в перчатках пошла, да? Вот в этих перчатках уж на что я ходила все дни. У меня пальцы замерзли. Мужики сегодня давай утром шли. Сейчас я ходила. Замерзшие все. Смотрите, пальчик какие. Какой у нее здесь. А в том году она мне дарила носочки. Вот так же тоненько связаны шерстяные носочки. И дома, когда, знаете, девочки ноги замерзают, я в них прямо сплю. Ну, кто видит, в них можно ходить в ботинки. Кто меня постоянно видит, смотрит мои видео уже не первый год, те знают. Я эти носочки Танины показывала. В общем, молодец. Так что, девочки, если кому-то что-то надо связать, обращайтесь. Координаты Танечки оставлю. Так, красотка, хватит уже. Лена. Так, девочки, давайте покажу вам. Давно уже магнолию не показывала. Вот уже что, к новогодним праздникам надо готовиться. А я просто хочу показать вам обалденные куртки, девочки. Обалденные пуховики. Посмотрите, как все сделано. Посмотрите. Посмотрите, девочки. Посмотрите на карманы, как все. Двухсторонние куртки. Шикарные. Просто шикарные. На девчонок пуховики. Больших размеров нет, девочки. Вот эски, эмки. Так, здесь для женщин, больших женщин, ну, как я, таких поступления тонких-тонких кофточек вот таких вот. Ой, к телу приятные. Я, девочки, еще хочу показать вот это пальто. Я в том году на Тане его видела. Наташа. Просто шикарно. Наташа вязала, сестра. Они... Вот такое платье. Слушайте. Ну, они молодцы, конечно. Такие салфетки Наташа красивые на стол вяжет. Салфетки, скатерти, это нечто. Занавески, это нечто. Абажуры, занавески. Пальто, обувь, занавески, все вяжем. Ну, в общем, молодцы, конечно. Мы все вяжем с ним. Я, девочки, вставлю, знаете, Инстаграм, Танин, Наташин, вставлю Инстаграм прямо в видео. Вот в Инстаграме там есть. Да, и там можно... У меня собаки, у Наташи кошки. У Наташи кошки. У кошки. И ну, кому надо, девочки, можете зайти в Инстаграм, посмотреть работу девчонок. Так, я что? Я дальше иду. Значит, костюмы. Девочки, спортивные костюмы. Обалденные. Так, джинсы, ну, которые я уже вам показывала. Джинсы. Вот новые кофточки хочу, девочки, показать. С пайеточками. И вот эти вот я в шее не смотрела. Там такой выбор большой был. Женщина сейчас одна Лена, вот еще заходила. Вот девочкам покажи ключ. Есть какие каприки. Смотри. Как их сюда повесить. Смотри. Каприки. А к ней блузочку и все. Шортики. И аккуратненько. Не каприки, шортики. Шортики. Да, и красота. Сапожки высокие. Кожаные юбки. И длинные короткие юбки. Кожаные юбки. Вот эти вот длинную хочу показать. Ну, сейчас, Тань, давай. Покажи длинную юбку. Какая у нас длинная юбка. Сейчас. О, какая интересная. Слушай. Очень красивая. Так аккуратно все сделано.
Вообще строчка аккуратненько. И кожаный у нас есть. Пояс. Видите? Кожа сейчас, конечно, вообще на высоте. Не, ну это у нас очень хорошая. Вот это очень хорошая. Конечно. Сколько такая Таня стоит? Это 5500, вот это 3500. Что у тебя будет? Маленькая, с замочком 3500. Да, вот такая. Угу. И брючки 5500. Так, Таня, здесь что у нас? Это у нас вообще... Давай одну покажем, Таня, девочкам. Шикардосные кофты. Смотрите. 4,5. Смотри, какие. Сейчас я еще. Все-таки покажу. Люрикс опять в моду входит. Ну, уже какой сезон. Смотрите, девочки. Вот так. Можно вот такую юбочку. Смотрите. Смотрите, какой комплект хороший получится. Угу. И вот такая вот кофточка. Так, размерчики, Таня? Это маленькие. Маленькие размеры. Таня, давай теперь вот сюда. Здесь большой размер, большой выбор толстовок, девочки. Это уцененные товары? Вот, нет, вот уцененные настойки. Вот, смотри, у нас такие есть. Костюмы распродажи с юбкой. 7500. А со штанами? И кюлоты. И кюлоты. 7500. Трикота, девочки, очень трикота. Обалден. Костюм, давай покажу вот так. Видишь? Смотрите. Угу. 7500. Так, Танечка, показывай еще вот эти брюки, потом покажи. Это с юбкой костюм. Слушай, ну вот на работу, да, ходить? Ой, с юбкой. На вот работу студенткам, смотрите. Девчонкам. Посмотрите, какой комплект хороший. Смотрите. С юбочкой. Прямая юбка по бокам. И такой же есть с кюлотом. И светленький. И светлый. Так, Танечка, давай вот эти брюки покажем, которые мне понравились. Большой выбор брюк, полосочку. А помнишь, я покупала лосины? Нет, лосины с кожей по бокам. А, не лосины, брюки. Брюки с кожей по бокам. Ой, кожаные, слушай. Обалденные. Алла Пугачева была вчера в кожаных вот таких брюках, ботинки, и на ней был пиджачок такой красивый в Инстаграме, там все были без ума. Таня, дай посмотреть. Где взять мой размер? Мой размер кожаных нету, брюк. Нету. Где взять размер Аллы Пугачевой? Нам, как сделать размер? Вот со звездами красивые спортивные, смотри, какие штаны, Тань, со звездами. У нас были они, девочки наши уже видели. Вот эти мне понравились. Вот я посмотрела, они такие, знаете... Трикотажные. Очень, клеточка очень. Такая была, девочки твои приезжали, даже с Ямала приезжали. С Ямала, девчонки. Новосибирск, Ямал. Передаем привет. Передаю привет, девочки. Да, Сибирск. Они приезжали с Ямала. Магнолия передает раза, вам, да, привет, девчонки. Девочки. С Ямала приезжали два раза. С Новосибирска тоже два раза приезжали. Так что Магнолию просим. Три раза даже с Новосибирска приезжали, не знаю. Просим, девочки, просим в гости. Приходите, приезжайте, приходите, выбирайте. Да. Все вроде показала. Дорогой. Ну вот смотрите, вот на девочку, вот тут ценёнка. Смотрите, 500 какой. 500 рублей. Посмотрите, какая шикарная. Вот на девочку, подростка. Смотрите, правда хороший. Вот уцененные товары можно. Смотрите, девочки, какие красивые. Смотрите. На девочку-школьницу шикарные-шикарные толстовочки. По 500 рублей. Выбор большой. В общем, Магнолия рулит. Я им сказала не закрываться. Как хотите, все распродавайте. Это наше начальство. Наше. Да, это начальство пришло. Командует тут, ходит, в общем. А кто будет командовать? Начальство? В общем, давайте, девочки, в общем, работаем. Ирина Павловна пришла и сказала. Работаем, не закрываемся. Да. Девочки, ну куртки, обалденные куртки, слушайте. Торговли нигде нет, девочки. Очень слабо. Люди работают. Люди экономить на всем стали. Мы даже пенсионеры с Михалычем решили экономить. Тань, убери вот эту вот, а. Повесь, пусть вот та рубашка красивая будет. Я ж ее... Вот, да, Таня, да. И белую. Это же двойная. Тань. Стопом. Это стоп, смотри какой. Обалдеть. Вот, смотри. Я бы лучше повесила вот эту. Вот эту бы убрала. Слушай, Лена, а? Не надо. Таня, а там-то что? Там обувь какая-то шикарная. Таня. Лена, все, там ничего. Таня, ботинки какой размер? Маленький. 37. Шлепки тоже. Вот, смотри, мокасины тоже. Красивая.
Смотри, какое красивое платье, необыкновенное, итальянское. Слушай, а ну знаешь, я купила ободок-то на эко-выставке, это Таня с перьями. Фиолетовый ободок, Тань. Ну это же под это платье ты купила, какое красивое платье. Сейчас, девочки, посмотрим. Господи. Да. Не гладить, не стирать. И не стирать даже, Лена. Представляешь? Девочки, я ободок. Платье обалденное вообще, обалденное. Мне очень нравится. Очень классно. Может, ты померяешь? Я тебя засниму даже днем. Давай. Ты сними, сними меня, художник. На-н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 а. Ла-л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 а